От наказания к профилактике. Новую систему государственного контроля планируют внедрить в Казахстане. Госорганы смогут проводить проверки бизнеса без согласования с прокуратурой в 10 сферах. Промышленной безопасности, архитектуры, градостроительства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ветеринарии. Соответствующие поправки в законопроект по вопросам ведения бизнеса рассмотрели на заседании мажилиса в первом чтении. Как пояснил министр национальной экономики, существует ряд вопросов, требующих быстрой реакции. Например, опубликованные в СМИ и в социальных сетях видео о незаконном или некачественном строительстве могут стать основанием проверки деятельности застройщика. График таких проверок будет формироваться автоматически, без человеческого участия. Алибек Куантуров пояснил, будут ли чиновники предупреждать предпринимателей о предстоящем визите. Незваные гости могут быть, если объект, субъект бизнеса, грубо нарушает закон, если он принимает меры, которые вредят государству, вредят жизни и здоровью населения, экологии, национальной безопасности. Вот так. И там, где меры предварительного контроля не работают, либо его невозможно оповестить, либо нужно это сделать оперативным путем, чтобы это все пресечь, тогда незваные гости будут.